Ребят, всем большой привет! Смотрите, какой Антошке крутой презент привезла из Франции. Это подарок мне, чтобы я в болгарке мог спокойно работать и ничего не бояться. И Антошке сказала, ну, короче, это твой подарок на ближайшие 10 дней рождения. Да, Аня была во Франции, вот она привезла еще одну новую порцию макаронов. Мы их скушали очень вкусно. Франция, ну, да. Тебе большое спасибо и большой привет. Мы решили, я решила, что каждый раз надо новую макарунину пробовать. И, в общем, все, Франция закончилась, теперь начинаются будни, наши будни, влоги, ваши любимые ребята, наши тоже, потому что от влогов мы получаем настоящий заряд позитивной энергии. Че, я все-таки против света сижу? Да, конечно, против. В общем, ребят, я хотела вам рассказать, точнее, мне Антон подсказал, что это будет очень интересно. Не обращайте внимания, что я сижу в одежде с этикетками, я просто получила свой заказ с Miss Guided, и я заказывала 12 вещей. Вот. Покажи еще раз 12. Ребят, кто умеет показывать двумя руками 12? Короче, если бы у меня было по 6 пальцев, я бы могла спокойно это сделать. И из 12 вещей, 5 вещей я себе оставляю, непосредственно то, что на мне. Вот еще маечка, ну, короче, я это обязательно вам покажу в видео о покупках. Но 6 вещей мне не подошло, и я сейчас сижу, заполняю форму по возврату. То есть, меня довольно часто вы, девчонки, спрашиваете, да, всем мальчишкам тоже привет, вы обычно не спрашиваете, как я возвращаю, легко ли это. По Европе, так как Miss Guided — это британский сайт, по Европе очень легко все возвращать, и я вот сейчас здесь все заполню. Ну, конечно же, у каждой вещи должна быть ее оригинальная этикетка, не оторвана, не должны быть они испачканы, поношены. В общем, один раз примерил, не понравился, не убрал этикетку, запаковал обратно в пакетик. Хватит, в общем, о бьюти-темах. Мы сейчас будем кушать новый десерт, который я купил в нашем любимом магазине. Я сейчас покажу, что за десерт. В общем, это десерт замороженный. Он выглядит вот так. Это... По-моему, тандам или какое-то такое название есть у него. Ну, здесь написано, что это просто шоколадное суфле. Еще раз, выглядит вот так. Сейчас мы будем его кушать. Расскажем вам, как он на вкус. Аня только что вернулась из Франции. Этот факт меня очень радует. Я вчера реально не мог сдержаться от радости, честно вам скажу. Просто не мог. Я сдерживался. И как ты не мог? И как, что ты делал? Смотрите, ребят, я какие цветочки Ане подарил. Можете смело писать, что я идеальный муж, не стесняйтесь в этих комментариях себя, что Ане очень повезло, я и буду об этом теперь еще чаще напоминать. Посмотрите, кстати, какие классные штаны, мне очень понравились. Ну я только из-за вот этих дырочек. Удачный заказ, это такие секси, спортивные штанишки. Мне вот эта штука тоже понравилась, хотя Антон не был в самом большом восторге. Что у нас получилось? И на картинке из него должно было вытекать прямо это. Ну смотри, я отрываю. У меня совсем немножко вытекает, еле-еле. Надо помогать. Может, я его мало разогрел? А у меня вообще ничего не вытекает. Ну, у меня в середине только вытекает, еле-еле причем. Просто на этот мокрый кекс похоже. Кошку уже. Будь осторожнее, мальчик, пожалуйста. Ребят, ну вот мы и готовы. И есть одно предупреждение. Кто в комментариях напишет, что ему не нравится Аня и она прическа, мы будем его вычислять по IP, понятно? Ребят, так что комментарии про прическу, про это чудо-гульку. Сейчас я ее покажу крупным планом. Вот она. Мы же вообще про платье хотели говорить, а не про прическу. Ребят, в общем, смотрите, какое у Ани платье. Как вам? В общем, мы сошлись во мнении, что в нем красивы только рукава. Да. Вот она. Мы вот сейчас выходим на улицу, оделись, все думали, 10 раз переодевались, одевались, Аня переживала насчет прически. Вот скажите честно, вот вы боитесь модного приговора? Ты боишься модного приговора? Я не переживала насчет прически. Я тебя спросила, как тебе моя прическа? А я тебе модный приговор сделал и привел его в исполнение. Сказав, что круто. Ребят, обязательно пишите, как вы относитесь к мнениям других, и если кто-то считает, что вы
плохо одеты, или у вас плохая прическа, или что с вами не так, как вы к этому относитесь, как вы с этим боретесь. Потому что мы с этим очень плохо боремся. Ребят, ну мы пошли, мы выходим, мы берем вас с собой, так что скоро встретимся в следующем кадре, и пока-пока-пока. Ты будешь в каждом кадре прощаться? Да, прощайся. Пока-пока-пока. Прическа. Ну видишь, у меня посылка пришла. И они снова в магазинах. Ребят, смотрите, я не нашел сумку. Спортивную, под ее размер как раз ей подходит. Примерно такого же размера, как она. А то она все на большие сумки замахивает. Смотрите, подходит. О, смотри. Вот что брать надо. Я тут целый отдел Ани для сумок. Смотрите, ну, вот это. Скажешь, целая династия. Вот это тоже мне нравится. На, мель, тебе подходит. Чисто под тебя, чем твой размерчик. Завязали? Молодец. Придется теперь покупать эту сумку. Уже бежит продавщица и говорит, теперь вы ее должны купить. Угу. Если уронишь 3, купить должен 3. Каждое движение в магазине стоит денег. Ребят, вы любите большие сумки или маленькие? Ну как ты выглядишь с сумкой через плечо? Так не очень смотрится. Ты как вообще художник свободный. Я чувствую, что тебе это нравится, раз ты говоришь про художника. Мне просто весело, мне это радует. Нет. Нет, эта сумка не очень. Что-то, кстати, черная. Вот это вот не очень, да? Вот это. Но мне нравится. Мне кажется, такой бандитский вариант. Она облизит очень сильно. Это гангстерская, понимаешь? А-а-а. Гангстер-сумка. Это как в БМУшках черные потолки, точно так же черная ручка. Да? О, тут все, Ребекка Минков продолжается. О, какая хорошенькая. А что ты рядом не смотришь? Там, который ты мне показывал, я ее приметила. Это чисто твой размерчик. Ребят, я смотрю, они штаны, но тут только 137 размер был. Это по итальянской сетке, Маська, на нашей 36-й. Или это больше, чем 36-й? Васянь. Я не знаю, если честно, что тебе ответить. У тебя вот по этой сетке какой? 229-й размер? Какой мне 40-й брать? Ребята, у Ани в год на один размер прибавляется. Когда с ней познакомился, был 36-й. Вряд. Сейчас уже 43-й. Меня обогнала в конце концов. Мощь. Просто мощь. Идет. Идет? Ну, знаешь слово колхоз? Прогресс? Колхоз прогресс? Просто колхоз. О, ребят, вот такие еще есть варианты. Ну, на самом деле, это мода. Это мода? Колхоз. Чтобы... Ну, на. Поверь тоже этот колхоз. Мне 38-й надо. Примерно 38-й. Смотри, как у меня наметан глаз. Такие. О, это мечта моя вообще. Ты реально круто, Моська, тебя не узнать. Совсем другой человек, снял черное пальто. Если вам идет даже эта желтая куртка, то вам идет все. То вам идет вся. Статненько так. Угу. Тут я понимаю. Моська, тебе идет. Да, ты как куколка становишься. Хорошо, что не куколка. Это на голое тело надевать. Угу. Ребят, я вас предупреждал, Аня прошла тест на желтое пальто. Я, конечно, говорил про желтую куртку, но желтое пальто тоже из этой же категории. И ей оно клёво, идет. Реально. Как тебе? Ты хочешь быть как бельмо? Как тебе? Ты хочешь быть бельмом желтым? Ну, по-моему, клево. Ну да. Он, кстати, из неопрена сделан. Ну, из неопрена и еще какая-то ткань. В нем можно даже купаться, Маська, и будет тепло. О, все кончилось.
охране штатив. Смотрите, куда мы приехали. Кто хотел старого города больше, кто хотел больше Таллина, enjoyment. Я здесь давно не был, кстати. Красиво тут. Да. Реально, фоточку сделать. Машка, тебе как нравится? Тебе тут нравится? Скажи честно. Я тут вообще не был, похоже. Мы живем всю жизнь в Таллине, и здесь ни разу не были. Такой классный вид, прям. Обалденно просто. Продолжаем гулять с Аней по старому городу. Смотрите, какой классный вид. Маська, тебе нравится? Очень. Ребята, реально. Вам нравится? Красота. Мы вот живем в Таллине, но сюда выбираемся реально в лучшем случае раз в два года, да? Мы только что вышли с кинотеатра, мы решили сходить на оперу. Это первый раз, в общем, Метрополитен опера. В общем, мы ходили на «Мадам Баттерфлай». Очень понравилось, конечно, моментами было очень грустно, плакать хотелось. Трагедия. Очень интересно было. Естественно, вживую это смотреть еще интереснее было бы. Ну да, это был прямой эфир. Первые вообще минут 5-10. Ну, ты вообще не врубался. Ты вообще не можешь привыкнуть. Во-первых, да, они поют на итальянском. Да. Во-вторых, они постоянно поют. И у тебя такое складывается впечатление для тех, кто оперу никогда не смотрел. То есть для нас, почему они постоянно поют? Как это возможно? Оказалось, что там одна главная актриса была из Литвы или из Латвии. Угу. Ну, что тоже, в общем-то, порадовало, что да, соседи такие продвинутые, известные. Известные. Ребят, мы не стали далеко уходить из машины, каталог тут есть, у нас начинаются скидки, мы решили посмотреть, что нас ждет в будущем. Это бейкер пальто. Ребята, вот доказательство того, что делает наша кошка. Пусть там? Ребят, мы забыли. Ты... У тебя машины даже нету? Есть. Телефон там остался. Конечно, я... Ребят, мы, короче, забыли ключи. Вот оно надо пойти это снимать. Вот и за съемки все, ребят. Я для вас старался. Я теперь не знаю, что мы будем делать. Одна кошка там, одна тут. Как ты думаешь? Но она у нас не первая, если честно. Ну вот, чтобы настолько все было запущено. Ну да, ребят, в общем, если коротко. Мы пришли с оперы, как всегда, я открываю дверь. У нас, как всегда, Кассандра выскакивает за борт. Антошка держит камеру в руках, все ключи были у меня. Я их, естественно, сюда положила, побежала за кошкой, думаю, но Антон внутри в квартире. А Антон в это время начинает ее снимать и не удерживает дверь, дверь закрывается. У нас все наши мобильники, все наши ключи. Ну, реально нам повезло, что ты не положила сюда ключи от машины. Я бы тогда вообще не знаю, что мы делали. Спали в подъезде, потому что мобильников нет, соседи все спят. В общем, чтобы выехать нам даже с нашей стоянки, нам надо было у кого-то просить, к счастью, там... Ну, короче, ребят, все, история закончилась.
Feathers and see this too.